полное описание и точная дата выхода с 8 по 10 серию нового российского сериала «Московский роман». С 8 по 9 серию сериала будут выходить на телеканале «Россия-1» 14 июля. 8 серия. Ирина живет в маленькой хрущевке с дочерью Лизой и внучкой Агнией. Ирина дает частные уроки. Лиза работает в небольшой фирме бухгалтером. Агния, так же, как и бабушка и мама, когда-то играет на скрипке, но ее мечта стать ювелиром. Тычкин и Ласка по-прежнему развивают общий бизнес и воспитывают сына. Они обеспечены, но несчастливы. Спустя 35 лет Ирина встречает Стаса Вышневского, своего первого мужа и отца Лизы. 9 серия. Несмотря на годы разлуки, Боба и Лиза, встретившись вновь, сразу же находят общий язык и погружаются в воспоминания. Ирина обнаруживает пропажу фамильных сережек, последней ценности в семье. От переживаний у нее случается гипертонический кризис, но она не может дозвониться до дочки и внучки. 10 серия. Агния начинает встречаться с Гариком. Лиза счастлива с Вовой. Вишневецкий в парке исполняет сочиненную им сонату, которую он когда-то посвятил Ирине. Агния, услышав музыку, решает исполнять ее на отчетном концерте. Но за прогулы ее собираются отчислить из консерватории. И тогда она решает соврать, что написала эту сонату сама. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на телеканале «Россия-1» 14 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.